Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок Agdelka E82 Generation 2. Это Chevrolet Traverse Made in USA 2021 года выпуска. То есть E82 это уже Generation 2 идет 2021 года выпуска. Не все приборы с ним справляются. Например, Bitbox читать их умеет full, но заливать только калибровки. Наша задача сделать клон. То есть сосчитать все содержимое, ну и потом залить все содержимое. Чтобы не затягивать видео, мы будем сегодня считывать этот блок. Ну, я покажу, как он считывается. Достаточно интересно он считывается. Ну, а заливать тем же способом, видео снимать по этому поводу мы не будем. Только сделаем чтение этого блока. Вот такой вот он. С тремя разъемами. Давайте сейчас подключимся. И будем пытаться его считывать. Все соединения делали мы по хелпу его терминал. Значит, вот у нас синие фишки, питание и кан. И в черном разъеме масса черная. Вот. Эту массу 23 можно не подсоединять. Работает и без нее. Вот такое у нас подключение на столе. Масса с черного берется, два питания и кан хай, кан лоу. Давайте его включим. Нагрузка у нас 0,32 ампера. То есть блок сейчас находится в состоянии ожидания. Эта нагрузка говорит о том, что он исправен. Ни больше, ни меньше. Ну и давайте пробовать читать. Вот наш его терминал. Открываем ITSU Info, нажимаем Read. Вот информация о нашем блоке нам сюда вышла. Мы его давайте сейчас сохраним. Папочку мы уже приготовили. Вот он, E82. Ну, подпишем просто ID. То есть вот этот скрин будет у нас лежать в папочке. Значит, что нам нужно? Теперь мы заходим в E82 и нажимаем Connect. Как мы видим, Error. То есть с блоком его терминал с нашим сейчас на данный момент не коннектится. Все это из-за того, что блок наш совершенно новый. С 5-битной системой шифрования. Нам нужно вот этот сид пересчитать для того, чтобы прочитать блок. Пересчитывать мы будем с помощью вот этого калькулятора. Вот здесь вот он, как вы видите, есть в программном обеспечении его терминал. Нам нужно только выделить наш сид, открыть калькулятор, выбрать E82 и вот сюда вставить наш сид. Должно быть 10 символов. Теперь нажимаем калькулятор. Здесь мы видим, что коннектится с сервером его терминал. Все делается только через сервер. Вот сервер нам выдал вот такой вот кей. Что мы делаем следующим шагом? Мы копируем уже вот этот кей, идем вот сюда, заходим в Advanced Setting и вводим сюда наш сид, который мы смогли через сервер скалькулировать. Заходим в стандартные функции и нажимаем теперь Connect. Вот сразу видно, что Connect уже пошел. То есть благодаря пересчету сида все, теперь функции нам открыты. Чтение и запись блока. Читать мы начнем, как всегда, с Shadow. Вот, пожалуйста, Shadow для восстановления блока пригодится. Я обычно ее копирую и создаю текстовый документ. Вот так вот. И уже вот сюда вставляю то, что мы скопировали. Вот это Shadow. Второй этап, мы идем во флеш и считываем флеш. Вот сейчас у нас идет чтение флеш. Идет оно, естественно, блоками.
Сейчас последний блок самый длинный. Вот он пошел медленно, но уверенно. Чтение флеш завершено, о чем написал нам его терминал. Теперь мы переходим в Memory Dump. Вот наш флеш. И нашу флеш мы сохраняем вот в эту папочку. Подписываем просто Flash Ori. И сюда ее. Ну, можно прочитать EEPROM, но в принципе смысла в этом нету, поскольку EEPROM эмулирован во флеш. И его терминал сразу переписывает всю флеш. Ну, давайте вот сочетаем EEPROM зону. Вот он прочитал EEPROM. Смотрим, вот он. Здесь Win содержится, естественно, и все остальное. Давайте сохраним его, только обзовем EEPROM. На этом чтение блока закончено. Ну, как вы понимаете, в другой блок записывать операции будут те же самые. Также мы с помощью калькулятора извлекаем SITK, вставляем его вот сюда, MineK, и дальше уже читаем и записываем новый блок, в который нам нужно будет записать именно то, что мы сосчитали со старого блока. Нажимаем Disconnect. Все, Disconnect выполнен. Можно выключать зажигание и закрывать его терминал. Итак, сегодня мы с вами делали блок управления отделка E82 Generation 2. Вот наш блок. Работа по чтению full выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего, много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья.